Лучше покажи мне класс. Устал, о нет, сегодня юбка не отпустит нас. Устал, о нет, осталось только нам позвать. Кого, кого, ведущий таких тревог. Все команды готовы, да. И жюри все готовы, да. Зрители все готовы, да. Тогда пора начать КВН. Тогда пора начать КВН. Ну что, друзья, начнем КВН. Находиться сегодня на этой сцене и видеть ваши, плохо, конечно, видеть, потому что свет бьет из софиты в глаза, но тем не менее, еще раз здравствуйте, Чернобыльская! Сегодня у нас не просто 1/8, 2. Да, у нас сегодня все-таки статусная игра. Конечно. Сегодня команды, все ли видно, друзья, вы воюете не только за проход в 1/4 финала, но и за вот этот красавец кубок. Поэтому сегодня, между прочим, разыгрывается помимо прохода дальше по лиге, разыгрывается кубок мэра Чедерлунги, муниципия Чедерлунги, друзья мои. Ну, давай познакомимся очень быстро с командами, чтобы зрителям было понятно, кто сегодня играет. Да, да. Сегодня у нас пятерка команд. Дальше, на всякий случай, просто это и для жюри тоже важно, наверное, проходит дальше напрямую 3 команды. Вот такая у нас сегодня будет заруба, если можно так сказать. Ну что ж, начнем. Наши гости... Наши гости из Бендер. Политех, друзья! Переходим дальше, познакомимся, это почти свои. Сборная Гагаузии, город Камрад, Чедерлунга, Кангар и так далее. Ты перескочил через вот этих вот двоих скромных ребят. Друзья, команда КВН в курсе! Город Кишинев! Город Кишинев! Дальше. И наши гости. Да, команды две, но город один. Ну, а что делать? Команда КВН Игорь, город Одесса, Украина. И команда КВН Бордо, город Одесса. Ну, давайте пожелаем командам ни пуха, ни пера. Все! Мы собственно, мы позже познакомимся чуть-чуть, да, еще с одной командой. Ну, я сказал бы, с двумя командами. Да. Но давайте, друзья мои, познакомимся, начнем знакомиться с КВНом. Долго не виделись, насколько я знаю, в Чедерлунге с КВНом. Ну, я не виделся с Чедерлунгой с 2012, кажется, года. Фестиваль 6. Отличное название. В моем случае, слава богу, что ты был август, было жарко, было много вина. Да, мы тоже так смеялись. Гостеприимство сумасшедшее у вас. Спасибо. Ну что, не будем томить зрителя. Давайте познакомимся с командой, которую, я думаю, каждый из вас хорошо знает. Это двукратные чемпионы молдавского КВН в прошлом. Известнейшая в узких кругах, а в Чедерлунгах широких. Команда КВН «Лига». Встречаем бурными аплодисментами. Здесь когда-то мы учились пить вино. Всем по барабану, мы приносили пьяны. И нам все равно. КВН, и где-то громко плавал. Здесь я, пусть я не упал забыл. И опять
отреагировали жители Чемерлунги. Что такое муниципи? Я не знаю. Мало кто знает. Что такое муниципи? Первый раз слышу. Я была очень удивлена, когда узнала, что Чемерлунга – это муниципи. Миниатюра говорит сама за себя. Вот так жители Чемерлунги реагируют на новое уличное освещение. А недавно в Чемерлунге была заложена капсула с посланием к далеким потомкам. 3018 год. В крупнейшем межгалактическом муниципии Чемерлунга найдена капсула с посланием от далеких предков. Послание прочли и поняли. Раз послали, надо идти. Для игроков футбольного клуба «Сакса» существует три причины неявки на тренировку. Забыл, забил или забил, что в последнее время случается крайне редко. Толян, смотрите, они нам сейчас аплодируют. Дверь закройте, а мы попоем. На газоне поднялась трава. Мяч гоняет по ней не пора. Только нашим сорокам совсем не везет. И все это давно возмущает народ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, купили негров. Купили негров напрасно. Ай-яй-яй-яй-яй, а чего почему? Никто понять не может. Ай-яй-яй-яй-яй, родился негр. Сегодня сбили с роддома. Ай-яй-яй-яй-яй, от чего почему? Может, мы танцуем громосом. Чемерлунские народные приметы. Да. Если в Чемерлунге дети идут в нарядные школы и несут цветы, значит, скоро в Чемерлунге будет молодое вино. Если вам все-таки довелось отведать молодое чемерлунское вино, то лучше не доперепить, чем перенедопить. Если на чемерлунском ипподроме лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, значит, так оно и есть. Потому что наши чемерлунские лошади никогда не врут. А на закуску? Молоко в войне смешней, если сана после огурцов. А, в Чемерлунге существует давняя традиция. Вот, во всех своих бедах кого-то винить. А железную дорогу, где не надо перейти, и если не споткнуться носом вместе на дну, то возможно, можно, можно до рынка нашего дойти. А-а-а, лужи на базаре вот такой ширины. Что?
Знаешь, мы сейчас прикалываемся, потому что мы вне игры сегодня. Да, да, нам можно. Да. Но для праздника чего-то не хватает. Может, капельку солидности. Вот сейчас будет. Вот за что я люблю нашего Лёшу. Умеет вовремя добавить капель. Красавчик. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, я подожду. Я впервые в вашем городе. В муниципе. У нас в муниципе. Так вот, на перекрестке светофоров меня остановила... Вас остановили? Меня остановила мысль, что в этом замечательном месте собрались сразу три вождя. Ленин, Маркс и я. Как вам удалось сохранить старое название улиц? Наверное, ностальгия. Отвечу вам словами известного вам человека. Ностальгия – это когда хочется вернуться, а никуда. А вы сохраняете историю. Спасибо. Спасибо! Спасибо, Вова! А это наш друг Вова! Вова из Кишинева! Владимир Попович, наш друг и товарищ! Ребят, что вы мне шутите сегодня? Да, так, хотели собрать командой. Хотели собраться всей командой, и вот. Вот, даже в Узуме тот жюри спрятался. Что, Сереж, давай, давай к нам. Капитан легендарной сборной по скрипту Сергей Кузов. Здрасте. Пацаны, 18 лет прошло, центр не держим, словари запоминаем. Ничего не меняется, я очень рад вас видеть, правда. Вова, это не меньшинство. Эти два человека – это 80% всех свадебных матрик в Гагаузии. И этот, если женщины на свадьбу каждый раз одевают разное платье, Ваня, чтобы фотографии не путались, каждую свадьбу добавляет по 2 килограмма. Знаешь, честно, бутылку пива я уже проиграл. Мы посмотрим, кто лучше будет, кому больше будут аплодировать. Друзья, вы знаете, я вот стоя сейчас на сцене, понял. Вань, ты знаешь, мы ведь сегодня в последний раз играем в КВН. Выходит, что так. Уйдем и все. И все. Нет, не все. Как я? Саша? Сынок, Серега, сынок. Что вы здесь делаете? За нами пришли? Нет, вы пришли за вас. Кто это мы? Мы, новая чернобыльская команда КВН. Те самые ребята. Ребята, на сцену. Друзья, снова фестиваль, и мы опять поем на этой сцене. Прощаться с КВНом очень жаль. Пора валить, а мы все тянем время. Как здорово, что молодость на смену нам идет. Уходим мы довольны, пусть зрители.
сойдет. Уходим мы счастливыми, поклон и шаг вперед. Спрашиваю, похлоп, правильно ли мы делаем? Все робите верно. Кто-кто, мы помолчали. Друзья, это была команда КВН Лига. Давайте еще раз выступаем в бурну за вас. Ярко начали. Ну, круто. Преемственность поколения. Это здорово. Это вот действительно правильно. Ну что ж, мы говорили, что у нас есть еще одна команда, без которой невозможно сыграть. Это, конечно же, уважаемая жюри. Ну что, поехали. Друзья, давайте знакомиться. У нас сегодня есть как и местные, вам все знакомые лица, так и люди, которые приехали специально для КВН из Кишинева. Так что это достойно, мне кажется, ваших аплодисментов и уважения. Ну что, начнем знакомиться. Начнем, пожалуй, Андрей Коваленко, директор «Новое радио» Республика Молдова. Город Кишинев. Наш очень хороший друг, который, собственно, вот только что стоял на этой сцене. Друзья, ну, я не знаю, тут регалии бессмысленны. Сергей Узун, аплодисменты! Человек, который разбирается в КВН 100%. Наверное. Нас тоже учили. Все под сомнение стоит, что вы говорите. Идем дальше. Друзья, Владимир Одноставка, депутат парламента, человек, который поддерживает очень активно и, можно сказать, благодаря ему в Кишиневе и в Молдове КВН живет. Сейчас вы по количеству регалий поймете, что именно этот человек писал их. Двукратный чемпион Молдовы КВН сезонов 2001 и 2010 годов. Организатор международного фестиваля КВН «Жесть» 2010-2012. Советник Башкана Гагаузии по вопросам культуры. Советник муниципального совета Чатырлунга. Художественный руководитель Дворца культуры муниципий Чатырлунга. Заслуженный работник культуры Гагаузии Иван Стама. Я ничего не пропустил. Двигаемся дальше. Тут тоже не все так просто. Советник муниципального совета. Последний член жюри всех игр КВН в Чатырлунге с 1999 года. Главный врач-анестезиолог Чатырлунского района. Заслуженный работник здравоохранения Гагаузии Каламан Иван. Ну, то есть мы можем быть спокойны, что если что-то вдруг случится, врач... Но смешно будет всем. Двигаемся дальше, и я думаю, тут надо, и я уверен, что есть за что благодарить и купать овации примар муниципия Чатырлунга Топал Анатолий. Хочу напомнить, что сегодня, опять же, помимо того, что мы проводим регулярную игру чемпионата Молдовы, Лиги КВН региональной Молдова, сегодня у нас также проходит кубок примара муниципия Чатырлунга, и в конце сегодня, я думаю, что вы выберете достойного все вместе. Ну, понятно, что тут будет слово окончательное, бесповоротное примара, кому вручит этот кубок, но, тем не менее, надеюсь, что все будет у нас хорошо. И также хочу сказать, можно тебя перебью, что я спрашиваю. У нас есть команды, которые по результатам фестиваля зашли, это я для жюри больше сейчас информация, которые зашли со стартовыми баллами в игру, и это, пожалуйста, надо тоже учесть. Это команда КВН сборной Гагаузии, у них в активе на старте уже 0,1 балла уже в копилочке есть. Да, абсолютно верно.
И нам сегодня, как уже сказали, надо выбрать три команды, которые проходят дальше. Есть возможность добрать команды, и это вы решите. У вас есть председатель нашего сегодняшнего жюри, как и в Бельцах, так и в Кишиневе, Владимир Насталко, с ним советуетесь. Он смотрел две игры, посоветует, кого добрать, возможно, не стоит. Ну что ж, будем начинать? Да. Готовы? Ну что, давай, я скажу город, а ты скажешь команду. Договорились, я сам себя поддержал. Итак, друзья мои, встречайте, команда из города Петеры. Команда КВН «Политех». Поехали! Им по 30, и хоть не хочется, но каждый день их жены заставляют биться. Их выступление как секс, вышло и не будет долго длиться. И 5 минут наверняка вам хватит, чтобы в этом пухте. С работы опросились, мы уже слегка напились, с женами договорились, хоть они на нас косились. Позитив на стиле негатив ударили. Это четверлунка, полетел! Да? Да. Что это? Это не что, это Дима, новый член нашей команды. Да, то есть девочек не будет вообще, да? Не, ну как, 50 на 50. Дима просто такой парень, как бы, Дим, ну, смотрит иногда в другую сторону. Ну, это наш Дима, не трогай. Дима, трогай его, оставил его там на улице. Это мы, когда возим приднестровский коньяк в Америку на выставку, смотрим немного в другую сторону. Ребят, что бы все, о нас да о нас. Ну, здравствуй, Четверлунка, культурный центр Европы! Какая Европа? Это же Гагаузия, они наши! Извиняюсь, давайте попробуем. Ну, здравствуй, Четверлунка, культурный центр Молдовы! Стоп. Культурный центр Молдовы, это Кишинев. Так, Михалыч, давай договоримся сразу, куда пригласили, там и будет культурный центр Молдовы. Ай, ребятки, излишний подкалимаш еще никому не навредил. Команда КВН «Спортная политеха», город Мендера, Приднестровье. Поехали! Друзья, часто дети задают такие вопросы, на которые взрослые, к сожалению, не могут найти ответа. Папа, почему солнышко желтое? Не знаю. Папа, почему трава зеленая? Не знаю. Папа, почему зайчик прыгает? Не знаю. Папа, почем вино? Нацель. Папа, почему шумки пакеты? Я думаю, что все видели видео, где батюшка поет мурку. Так вот, мы думаем, что батюшка уже свое отслужил и, скорее всего, что поменял работу. Клетки, пиво, водка и семечки. Друзья, в Кишиневе недавно установили ковер стоимостью 1 800 000 леев. А еще говорят, что деньги не пахнут, друзья, понимаете? Так вот, некоторые действия молдавских чиновников нас, к сожалению, немножко удивляют. Но не об этом. Друзья, давайте просто представим, как гагауз поехал подзаработать в Кишинев. Молодой человек. Да-да. Я извиняюсь, запрещенка не интересует. Что вы имеете в виду? А я имею в виду вечерние новости с Ирадой Зиналовой. Ого-го-го-го. Ну или воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Нет, Варя, этим ты уже никого не удивишь. Смотри.
Дебаты Жириновского и Собчак, полная версия с матюками. А вот здесь новогоднее обращение Владимира Владимировича Путина 2019 года, пиратская версия, а? Я просто с Приднестровья. Давай, значит, договоримся с тобой так. Гагаузы приднестровец поделят молдавский рынок. Значит, ты идешь на Штефана, а я иду на Пушкина. Друзья, случай в гагаузском ресторане. Молодой человек, можно вас? Слышь, это я на татаме 3 минуты, а у постели я просто огонь, а? Иду, иду, зайду, браток. Здравствуйте, здравствуйте. Всех обслужу. Да, не надо, что вы начинаете делать. Привет, привет, красивый мой, хороший мой. Чё пришел вообще? Рад тебя видеть здесь, хороший тоже, да? Давай, я за тебя выпью, слушай. Спасибо, вообще огромное спасибо тебе. А что у вас с рукой? С этой? Да все нормально, не переживай, это рука местного авторитета здесь. Его погоняла была кот. Мурчал, да мурчался, видимо. Слушай, раньше барсетка залетала сюда, сейчас меню залетает. Держи его. Заказать что-то хотите? Да, я хотел бы. Да не спеши, что ты сразу мой заказ даешь. Смотри, посмотри справа. Конгас, ай, красавец! Прямо кобра, идеальный просто. Вот Монте Карло, посмотри. Монте Карло? Там настоящий 22 лет, бери, пожалуйста. Я не курю. Ай, хорошо, без фильтра 15 лет. Я не курю. За тебя тогда. Слушай, а ты походу этот парень, да? Не куришь такой весь большой в легком весе, не падай, да? Слушай, может быть тебе мясо, а? Да, я хотел бы свинину в шашлыке. Свинину в шашлыке? Тогда баран? Что вы себе позволяете? Ну, любой свинина в шашлыке это баран вкуснейший, да? Закажи. Так хорошо, давайте свинину в шашлыке и кальянчиком позовите, пожалуйста. Кальянчика тебе? 5 секунд бой, сейчас договорюсь. Добрый вечер, слушай, когда тебя давно не видел, а? Слушай, ты баран, да? Да что вы себе позволяете? Новый вкус. Баран, мята, арбуз. Попробуй. А? Нет. Хорошо, микс идеальный. Песня просто. Баран, мята, арбуз с курочкой. Дерутся немного, там разбираются. Блах! Нет. Я хочу, что оригинального. Оригинальный. Ай, спасибо, что спросил. Новый вкус вчера завезли. Ребята, на всех, кстати, интересуйтесь. Новый вкус. Молдова. Хочешь присоединиться к Румынии? Ну и как? Ну, вкус, честно, ни о чем. А тянется идеально. Ну, лет 25 это уже. После этого бы алкоголя какого-то. С удовольствием. Слушай, у меня есть вкуснейшее вино из Молдавии. Вот оно. Ай, аплодисменты. Вкусное вино из Молдавии. Наивкуснейшее вино из Гагаузии. Дайте ко мне, вай, Сержиньо. Новая официальность. Попробуйте. Спасибо. Есть вкусный коньяк из Приднестровья, а также горилочка из Украины. Братанчик, все это вместе нужно в один стакан и вай замешать, микс делать. А голова болеть не будет? А голова у тебя не будет болеть, потому что ты соберешься с такой замечательной компанией. Друзья, для команды КВН из Приднестровья нас интересует один вопрос. Почему, чтобы нам надо собраться вот вместе, нужно пересекать границы? Хорошо, что есть такая замечательная игра, как КВН. КВН без границ. Для вас выступала команда КВН, сборная политеха, город Медали Приднестровья. Спасибо. Друзья, это была первая команда, которая выступала в нашем сегодняшней, нашей сегодняшней игре, которая шла в зачет. Напоминаю, что команда Лига вне конкурса играла, просто радовала вас появлением на сцене. Да, это вообще без проблем. На фуршете мы слышали, что будут оценивать. Я про магазин, Камрадь. Тебе ли не знать про фуршет? Друзья, давайте движемся дальше. У нас следующая команда, это команда из города Кишинева, из столицы. Давайте тепло их встретим. Это команда КВН в курсе. Поддержим ребят, друзья!
Добрый вечер, я Толя. Я Женя. А на самом деле в нашей команде 3 участника. Но чтобы это понять, отключите мозг, включите воображение. А вот теперь мы готовы представить вам 3-го члена нашей команды. Встречайте, наш воображаемый друг Лизонька. Добрый вечер. В этом выступлении вы увидите шутки про семью, патентное бюро и как выглядит немой таксист, который недоволен властью. Итак, немой таксист, который недоволен властью. А теперь представьте, гей грабит мужскую общественную баню. Руки вверх, это ограбление ваших сердечек. А следующую приколюху придумала Лизонька. Как тебе такое, Илон Маск? Все еще выключен мозг? Отлично, продолжаем. Очень древнее патентное бюро. Здравствуйте. Я тут недавно корову за грудь подергал, а тут что-то потекло, я это попробовал. Вкусненько. Когда 3-й час, объясняешь подруге шутку про патентное бюро. Продолжим. Очень древнее патентное бюро, часть вторая. Слушай, я тут еще одну такую штуку придумал. Из курицы выходит предмет округлой формы, ты его варишь долго в горячей воде, потом красишь в любой цвет. Я это пастой назову. Осталось воскреснуть. Песня «Признание». Я одинокий бродяга любви. Однополый. Пустая сцена здесь не просто так, только что вы посмотрели миниатюру «Гагауз униалист». Отец и сын утром перед школой. Пап, я задолбался таскать этот портфель. Он тяжелый, как не знаю что. Слабачок-то у меня растет, а? Слабачок растет, говорю. Девки носят портфель, он не может. У тебя же сегодня всего 3 урока. Что тут сложного? Смотри. Берешь, надеваешь одну лямку. Надеваешь вторую лямку. И идешь. Подожди. Идешь. Пап, еще смелка. Нафиг пошел. Мало кто знает, но в Румынии тоже есть свои секретные службы. Агент Нудой 3. Агент Шассе Родной. Давай, я занял. Значит так, сегодня наша задача раскрыть секретный рецепт водки Сикарика. А, водка Сикарика, это же тот самый напиток? Да, это очень опасный напиток. Если он попадет не в те руки, он может уничтожить все живое. Хорошо, какова наша легенда? По официальной версии, мы КВНчики из Кишинева. Мы разговариваем на русском и не хотим унили. Это будет чертовски сложная операция. По нашей версии, после игры нас будет ждать банкет, где и состоится наша первая встреча с Сикарикой. Но чтобы слиться с толпой этих всех КВНщиков, нам понадобится специальное оборудование. И оно у нас есть.
Но это же обычные одноразовые стаканчики. Нет, это не обычные одноразовые стаканчики. Это уже использованные одноразовые стаканчики. И на месте нас будет ждать специальный агент Лизонька. И запомни, сынок, после сикарики ты пойдешь танцевать. Но не смей пить пиво. А закончить хотелось бы цитатой из послания от Матфея, глава 22, стих 14, первое слово. Аминь. Команда КВН в курсе. Женя. Толя. Лизонька. Спасибо. Ну что ж, куда в наполнении космонавтики? Да, юмор он разный, он бывает такой. Ну давайте к поди, я наполню его тише, да? Тише. Ты просто, ты в принципе тише. Ну это вчера в караоке были. О, спасибо. Похлопаем звукачу, ты молодец. Я не знаю, как тебя зовут, но надеюсь, мы увидимся. Ничего личного, я почти обручен. Обречен. Обречен и обречен, это, в принципе, одно и то же. Друзья, давайте... Кто-то там засмеялся. Пойдем. Знает кто. Из Украины кто-то, все нормально. Наши... Почему из Украины? Поддерживает меня хоть кто-то в этой части. Так что это же я. Спасибо. Вот так всегда, работают волнования украинцы, только говорят. Друзья, давайте поблагодарим тех людей, благодаря которым сегодня состоялась наша игра. Мы благодарим наших генеральных информационных партнеров, телеканал «Акцент ТВ», «Промосон Портал», «Актуалитет.МД», «Новое радио», а также «Аргументы и факты» в Малборбе. Что? Вы также новогодний Ильич Порошенко слушаете? Я не слушал. Выражаем огромную благодарность нашим генеральным партнерам, лучшему ресторану в Кишиневе «Гастробар». Четко, понятно. Будете в Кишиневе, обязательно заходите, у них вкусно, очень вкусно, подтверждаю. Также мы благодарим... Что? Это ты влияешь на меня? Чуть-чуть, slow motion. Друзья, мы благодарим наших партнеров, благодаря которым мы выезжаем, и наша сборная Молдова по КВН выезжает играть за границу. Это наши партнеры, туристическая компания «Евсбор». «Евсбор», с ними всегда летать приятно, дешево и комфортно. Также мы благодарим за поддержку и продвижение в нашей стране российской культуры, Российский центр науки и культуры. С ними всегда приятно иметь дело, а еще и полезно с точки зрения информации, знаний и культуры. Да, и огромнейшее спасибо вот за этот прекрасный баннер, за афиши, которые вы видели в городе. Никакого, все, что можно в этом мире напечатать, они это сделают, друзья. Спасибо. Продолжать, конечно, не бесплатно, но ништячки будут. Вот кто счет Майдана поймет. Мне слово «Майдан» просто немножко будоражит. Давай все нормально. Чок нормально. Съезди, посмотри на их чок. Чок принесли. А я в порядке. Ну что, не будем тянуть, представляем следующую команду. Команда, которая вот связана с виноделием. Друзья, гости из города Одесса. Команда КВН «Бордо». Украина! Come on!
Рубрика! А здесь теперь на сцене. А для начала мы подготовили для вас подарок. Привезли самые дорогие морские ракушки. Да, ну до поездки по вашим дорогам это еще были полноценные миги. О! Капец, миги, разве это подарок? Вот настоящий подарок. Какие ножки, какая спирка, я покупаю стульки. Слушай, что ты вышел? А, мистер такой... Пищевой колледж, ты в номинации поскреб по сусекам. Так у меня объявление, дорогие матери, берегите своих дочерей, ну и сами берегитесь. Слушай, кому ты нужен? Ты же худой! А ты же знаешь, почему я такой худой? Потому что я постоянно, регулярно пощусь. Боже, меня так безбожно пощусь. Я тащусь от того, что я пощусь. Слушай, у тебя есть что-то умное? Конечно, песня. Было у бабуси два веселых раза. Один в чадре, другой в лунге. Оба в чадре в лунге. Ну, по-моему, ты уже перешел все границы. Блин, пацаны, я сейчас с вами в палатке. Может, стоит заканчивать эту прелюдию при людях? Ну, команда Бордо на месте. Звукарь на месте. Да! Мы начинаем. А для начала представим начинающий адвокат. Товарищ судья! Алёха выйдет! Нет! Подоскиньте воды! А сейчас блок исторических миниатюр. Итак, Цезарь возвращается домой. Тутанхамон принимает пирамиду у прораба. Так, ребят, ну пирамида это же гробница, ну где столик, где оградка? Не по-православному. Колумб нашел самый короткий путь в Индию. Ну что там, когда будет Индия? Скоро придет, скоро придет. Обычная ситуация. Сын, отец, выпускной. А после выпускного ты нашла другого. Сынок, она нашла другого. Батя, она просто уехала в другой город, в Кабра. Так, сынок, кто твой батя? Ты мой батя. Отличный выбор, сынок, прекрасный вкус. Сынок, может, ты там, конечно, и закончил школу, но без батиной помощи ничего не получилось. Да? Ты забыл? Батя, а помоги мне с английским. Ой, я немецкий учил. А помоги мне с геометрией. Я тригонометрию учил. А помоги мне с физикой. А я физику учил. Ладно, сынок, ты скоро пойдешь на работу и будешь содержать батю. Батя, мне всего 16 лет. Батя, в твои годы 18 было. Ладно, батя, хотел тебе дать вообще совет. Ты же идешь на этого, модельера. Запомни, красное-красное хорошо сочетается с белым. А шампанским вообще. Друзья, мы вам сейчас скажем, но вы сильно не смейтесь. Вот Виталий, он первый раз услышал Чадырлунга, он подумал, что это такой персонаж компьютерной игры. Файтинга. Да, согласен, это город, да, но мы подумали, было бы очень забавно. Итак, дамы и господа, смертельная битва. В левом углу Саб-Зиро, а в правом углу Чадырлунга. Раунд первый. Саб-Зиро показывает комбинацию, но Чадырлунга отвечает, он берет магнитофон.
Саб-Зиро показывает блок. Но Чандерлунга отходит, он показывает свой блок. Это блок Дойны. Вот это смертоносное оружие. Короночка от Саб-Зиро, леденящий шар. Но он только остужает вино Чандерлунги. Ой-ой-ой, Чандерлунга получит, потянулся за телефоном, что сейчас будет удар связями. Да ты хоть знаешь, кто мой Савич? Перед игрой подходит ко мне Виталик и говорит: «Ярик, представляешь, мы в Чандерлунге. Это ж какая интересная игра КВН, да? Без КВН мы бы сюда никогда не приехали, давайте честно. Мы бы никогда не узнали, что есть такой шикарный город». Он мне говорит: «Мы бы никогда не узнали, что тут такие шикарные люди, добрые, отзывчивые. Мы бы никогда не попали в этот гостеприимный теплый зал». А я ему говорю: «Виталик, ты закусывай». С вами была команда «Бодро». Спасибо за внимание. Команда КВН «Бордо», город Одесса. Опа! Ну что ж, движемся дальше. Темп отличный. Собственно, далеко от Одессы не уходим. Остаемся, в принципе, едем на Пасхот. Единственное, что сейчас юмор будет немножечко туда же, к Дню космонавтики. Да-да, но поверьте, это очень веселые ребята. Команда КВН «Игорь». Город Одесса. Встречаем! Сейчас у вас в городе перекати поле никого нет. Потому что половина населения сейчас на КВН, а половина на свадьбе у Фуни. Здорово, чандерлунгчане! Люди, которые думают, что место 7 километров заканчивается. Знаете, ехали к вам на игру, и наши друзья, коллеги, родственники, просто симпатичные девчонки попросили нас привезти каких-то сувениров. Но мы подходили, подумали, магнитики слишком банально. Такой вопрос. Скажите, вам вот этот памятник вначале, вам прям сильно нужен? Не, мы, если что, вам дадим Ленина, они у нас в Украине все равно без дела лежат. Знаете, на этих выходных в Одессе немножко красоты поупало. Потому что самые красивые люди сегодня здесь. Я ушел после 9 класса. Красиво! Никитос, покажи всем раму. Да нет, спиной развернись. Да сними ты рюкзак. Ай, так вот, что ты, овчарка сутулая, ходишь непостоянно. Я в первую очередь девушка, а потом уже рюкзак. Закрой рот, сука! Стоп, я. Знаешь что, Игорь, я молчал, когда твои родители приехали ко мне на лето. Я молчал, когда увидел дорогу Одесса Чандерлунга. Я молчал во время гимна Украины. Но обижать мой рюкзак я не позволю. Он как бы у меня с первого класса. Дылда идет в школу. Закрой рот! Закрой рот! Никита, ты какаус! Ты какаус! Я тебе уже дал вина! Почему ты ноешь? У меня самый каличный рюкзак в классе. Ах ты, румын не
неблагодарный. У тебя у единственного в классе кожаный рюкзак. А это несмотря на то, что ты приемный. Мы как бы с мамой раскошелились. И вообще ты помнишь, почему ты приемный, Никита? Помню. Цыгане, цыгане, мясники разлуки. Детство ты их помнишь, а маму с папой нет, маму с папой не помню. Отчим, ты плохой отец. Я свою сад люблю больше, чем тебя, понял? Никита, Никита, я понимаю, что ты меня любишь, но мое сердце принадлежит другому. Мамочка, что с нами будет? Голубя я полюбила, а он не знает ничего. А он все смотрит и крутит, а он клюет свое пшено. Одесса, столица юмора! Друзья, знаете, мы когда сюда к вам ехали, решили перекусить, как бы, да, тут мы с вами похожи, мы тоже едим, как бы, да? Накинулись мы, значит, с командой на кочан капусты. Я листик капусты, хрум-хрум-хрум. Я листик хрум-хрум-хрум. Я листик, хрум-хрум-хрум. Я только за своим листиком. Там хоп, ребенок в капусте сидит. Мы ему, малый-малый, что ты тут делаешь? Он нам бу-бу-бу. Мы ему, малый-малый, как тебя зовут? Он нам бу-бу-бу. Мы ему, малый-малый, винчик будешь? Он нам ну-ну-ну. Мы ему, малой, держи пока красное полусладкое, а мы пойдем твои вопросики обкрашиваем. Откуда ты взялся такой? Тем временем в главном офисе Аиста. Я потерял ребенка. Все, это капец, меня уволят. Лучше бы, когда меня мама с гнезда выкинула, я крылья не раскрыл, шмякнулся, разбился и все. Все, дальше только работа в эти спицы, это капец. Еще и начальник идет, все, меня уволят. Это ты тот пернатый, который ребенка потерял? Да, сэр, это я. Лучше, когда мать с гнезда выбрасывал, ты крылья не раскрыл, пол разбился. Я это уже проговорил. Где ты потерял ребенка? Возле поля с капустой. Твою мать, еще и у конкурента! Ты, собака, ты понимаешь, как ты нас подвел? У нас, между прочим, серьезная организация. Это тени лепетей из покрышек лепить. Мы людям людей доставляем! Да благодаря нам в Советском Союзе секса не было! Потому что мы работали! Я просто думал, я думал... Индюк тоже думал! Но мы все прекрасно помним, что с ним случилось! Все, я понижаю тебя в должности! И что я теперь буду доставлять? Удовольствие! Будешь на въезде в Чатрлунгу на столбе сидеть! Все, дальше только иди спица. Ну что, чатрлунчане, ловите! Боксер пропустил троечку. Твою мать, последнюю маршрутку пропустил. Тренер израильской сборной по футболу. Обрезай его, обрезай! Готовы? Точно? Не готовы. Все, моща. Внук-наследник пришел к своей бабушке-патриотке, у которой квартира в центре города.
ладно, я туда завтра зайду. На заднем ряду. Давай целоваться. Я не буду целоваться. Он глупый. Ты что, нас заметил? Да я аккуратно, я не буду целоваться. Уважаемые депутаты, голосуем! Игорёк, а что на часах? Стрелки, а это значит время бить морды. Опа, кому за что? А вот, к примеру, я вчера полтора часа назад заказал пиццу, но до сих пор не пришла. Где моя пицца, Никита? Тем временем в главном офисе Эдис Пицца. Я потерял пиццу. Сперва ребенка, потом пиццу. Надеюсь, пиццу я потерял там же, где ребенка, он хотя бы поест. Все, сейчас еще и отсюда будет. Вот как раз начальник идет. Нет, 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 не переживайте, я потерял корочку начальника, никакой я не начальник. И что мы теперь будем делать? Не знаю, как вы, лично я иду на свадьбу к Фуне. Сегодня. А какой первый? Меня бросила девушка.
У тебя была девушка? Да, звали ее Рената. Рената Усатая. Рената, твоя мать Усатая, это не фамилия. Знаете, бытует мнение... Бытует. Бытует мнение, что один горгул способен другому. Чушь собачья. Мы горгулы бесподобные. Ну, вот я вообще природой не обижен. Все правильно, Степа. Ты ее не обижен, ты ее проклял. А команда сборной «Гагузи» ищет спонсора. Поэтому здесь могла бы быть ваша реклама. Все, он покраснел. Походу, сейчас за лицо рекламирует. Ребята, у меня объявление. Продам мозги. Недорого, немного. Степа, попроси своего младшего брата нам не мешать. Встань в угол. Кому говорю бы? Теперь этот угол два раза тупее. Ну что ж, встречай Четвернунга, победителей сегодняшней игры. О, по-моему, ты забегаешь вперед. О, так нормально. Да, чем бы удивить? Может, песню? Песню? Как говорил Константин Кереш, это мой конек. Могу петь в точности, как я не устрати. Так это что программа? В точности, как я не устрати. А почему ты так руку держишь? Чёрт, штаны спадают. Тут кому-то не хватает хорошего ремня. Лена, из хорошего у тебя только аппетит. Да хоть бы раз в жизни нормальный комплимент сделал. Дина, твоя грудь как камрада Чатурунга. В смысле? Большие города. Дина, о чем ты задумалась? Вот интересно, если от меня уйдет любимый мужчина по собственному желанию, он мне должен будет отработать 2 недели? Так, ребят, давайте идем уже, такси ждем. Какое такси, ты о чем? Ну как, собирались же в Рио-де-Жанейро? Когда мы говорили, что едем в Рио, мы совсем не имели в виду город. Кстати, это Алла. Глядя на нее, можно подумать и пофантазировать. О, я вижу в нашей команде пополнение. Может, хватит шутить уже про мой вес? Да я не про тебя. И в конце я, как капитан команды, хотел бы сказать... Чего ты сделал, что именно ты капитан команды?
Я так понимаю, это батл? Все верно. Агрессив, а в нашем случае не можешь вести, поэтому давай. Так, нам нужна доска. Иди! Не надо! Бабушка Матрена решила проехаться по горгулским дорогам и почтам. Так сказать, тряхнут стальной. Гагаузские спортсмены способны потянуться около 20 раз и абсолютно на любой кипиш. В голове у 10-летнего мальчика было найдено осколок золота. Врачи долго ломали голову. Я так понимаю, эта голова была твоей, да, Сема? А я-то думаю, что мне мама в детстве говорила, золото ты мое! Ребята, может, хватит уже шутками мериться? По-моему, пора закругляться. И в конце хотел сказать, кто мы такие гагаузы. Мы гагаузы, как общество масонов. В нас мало кто верит, но все-таки побаивается. Нет слов. Все максимум, да? А максимум у нас сегодня 6 баллов. Знаешь, как на футболе один чертежи? Ну что? Под вот такие же несмолкаемые аплодисменты мы приглашаем все команды на сцену. И общество масонов. Давай. Не забываем микрофоны. Ну что, давайте перед тем, как перейдем к следующему конкурсу, во-первых, закроем дверь в зал. Спасибо. А во-вторых, узнаем оценки за первый конкурс, для того, чтобы в дальнейшем было нам легче понимать, кто и что. Давайте в порядке выступлений. Да, напомним, на всякий случай, максимум 6. Открывали конкурс приветствия и визитная карточка, если хотите. Команда КВН «Политех», город Бельгия. 5, 6, 6, 6. Это смешно. Кишиневский. И Гагаузы. 6. А Рубыч не определился. Он еще он и Гагаузы, и Кишиневский. Дальше у нас была команда «В курсе». Абсолютно. Так. Кишинев. 4, 5, 5, 6, 6, 6. Тут понравилось все. Все и все. Дальше у нас была команда КВН «Бордо», город Одесса. 6, 6, 6, 5, 6, 5. И с того же города Одесса команда КВН «Игорь». 4, 6, 2. И завершала конкурс приветствия команда КВН «Сборная Гагаузии». 6, 6, 6, 5, 6. Отлично, оценки. Вот и мы определили, кому будет тяжело выехать из Чедорлунки. Не из-за дороги. Ни дороги здесь вообще ни при чем. Потому что за Чедорлункой их нет. Только. Ну что ж, друзья, мы переходим плавно ко второму конкурсу. Это биатлон. Сейчас каждая команда по очереди делает... Два выстрела баллистических. И если что, на всякий случай напомним, если наше жюри, совещаясь, не придет к какому-то единому мнению, кто выбывает на этом круге, можно кого-то на штрафной кружочек и загнать. Что ж, начинаем конкурс «Биатлон». По две шутки. Шутка? Отсюда. С кого хотите начать? У нас демократия. С середины? Туда, сюда, куда? Степ, это примат. Лично даже микрофон перестал работать. Давайте начнем отсюда, там не определившись. Ой, я... Корректно.
Извините, не признал, ребят. Ох, столько шуток есть. Есть с другой стороны. Все, давайте начнем с Одессы или начнем. Эльдар, начнем с себя? Нет, они начинают. А, Одесса. Как-то тяжело готовилось. Поддержим Одессу. Бордон, две шутки. Консультант в парфюмерии пережил тяжелое сотрясение мозга после того, как предложил ГГУЗу побрызгать его туалетной водой. Чаддерлунга – это не Лондон. Но и Лондон – это не Чаддерлунга. Именно так начинается ежегодный отчет мэра Чаддерлунги о проделанной работе. Игорь. Ну, то есть Никита. Но команда КВН Игорь. Начинал. Саша хотел на день рождения подушку, но родители подарили ему мопед. Поэтому Саша всю ночь плакал лицом в мопед. Дима понял, что фокусник он никудышный, но бензопилу уже было не остановить. Мальчик с брекетами, говоря скороговорку, немного заискрил. Узнаем себя. В сезон отопления в главном офисе ГГУС ГАЗ начинает работать ломбард. Сборная ГГУЗИ. ГГУСские татуировщики могут набить не только тату, но и морду. Следующий. Шок-Майдан – это место, где зрачки людей шире их возможностей. Спасибо. Эльдар, концерт. Родинка на теле Плохотнюка живет лучше, чем весь Неспоренский район. Зимой в румынских садиках было так холодно, что дети заговорили по-русски. Прошу. И хлеба, и зрелищ. Ничего не скажешь уже? Ну, у тебя было нормально, или это прошло кругом? Работник дельфинария, когда хочет похвалить своего сына, кидает ему в лицо селедку. Курсы. Румынский вундеркинд 4 года закончил школу, 7 лет университет. В 12 защитил докторскую, но все равно остался цыганом. Сборная Беларуси. Перегорел. Давай, все, еще раз. Вторая попытка, да? На соревнованиях по плаванию электрик замкнул тройку лидеров. Жена маршрутчика во время секса кричит заранее, громко и четко. Ну, ваш вердикт. Собери, пожалуйста. Ланнистеры всегда платят свои долги. Если человек смотрит, да. Бендера, спасибо. Да. А наши вот ничего не сказали еще. Бендера, спасибо. Нет, друзья, здесь, смотрите, я объясню. Здесь другие правила. Вы должны сразу говорить, кому вы, кто уходит с рубежа. Нет, 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 друзья, есть, так, тут так не работает. Если вы сказали, значит сказали. Это такая команда спеть есть. Нет, друзья, пожалуйста, я прошу вас, ну то есть, может быть, хотя бы тогда, если по одной, то да. Сузим список команд. Да. Давайте по одной, но каким-то командам, которые сомневаетесь. Тогда это будет честно.
Не, вы посовещаетесь, Иван. У вас есть... Для этого существует жюри. Это не... Инфис? Бендера и Игорь. Игорь. Гагузским детям, которые плохо себя вели, Дед Мороз под елкой оставляет румынский паспорт. Эльдар? Сейчас смешной найду. Ага, вот она, а на болевшем. Судья, отдавший пенальти в матче Реал Ювентус, не попадет в рай, потому что на воротах будет стоять святой Джаналуиджи Буффон. Что? Спасибо, Бендер. А мне понравилось это. Продолжаем. Можем брать интересно. А мне понравилось, что Реал прошел дальше. Ой. Пардон. Да, пожалуйста. Птицы-евреи откладывают чуть больше, чем остальные птицы. По молдавской статистике, в каждой молдавской семье каждый второй молдаван – молдаванка. Спасибо. Дети хотели сделать на качели солнышко, но Бог играл на опережение. Папа купил сыну куртку на вырост и ушел в ней из семьи. Со словами «подрастешь, поймешь». В курсе. Спящая красавица, чтобы не тратить время зря, спит за деньги. Мама сказала, что поцелует там, где Бог был. И начала целовать гагаузские дороги. Сборная Гагаузии. Гагаузским черным кошкам нечего перебегать. Синьки Павлович. Следующий. Фонарь под глазом мэра Валипежи. Единственный фонарь в селе. Хорошо. Принимайте решение. Желательно коллективно. Разделилось. Ну, а пока наши жюри решают, кто покидает круг, давайте узнаем после первого тура, какие оценки у нас. Команда КВН «Игорь» 6 баллов ровно, команда КВН «Бордо» 5,6, сборная Гагаузии 5,8, команда КВН в курсе 5,3 и «Политех Бендера» 5,5. Модная группа. У вас, кстати, микрофон есть, там он может выпилить, что правда. Ну, что, Рабой? Что с ним взять? Что? В курсе, спасибо. В курсе получает 0,7, правильно? Да. Да, 0,8, 0,9 балл остался у нас в копилке. Что ж, продолжаем. Бардон, пожалуйста. У Василия с дачного участка украли туалетную кабинку. Вот что значит неудобство на улице. Девушки, если вы хотите купить себе телефон, вам нужен чехол. Этот чехол и купит вам телефон. Молдавские ученые доказали, что в Кеннеди стреляли не из винтовки, а из окна. Папа сделал настолько реалистичный костюм медведя для сына, что даже Дед Мороз вошел на утренник со словами «Хо-хо-хо, Лена, мать твою, беги тут медведь!» Вот, Гагаузы. Гагаузы скрестили кораблю и виноград. И получилось гагаузское вино. Еще. Все, женщины ложатся спать с мужьями, а просыпаются с петухами. Прошу ваше решение. Как дела у вас, друзья? Все хорошо, нравится?
Мы как «Газпром». У нас бываются мечты, и мы работаем для вас. Смотри, не просто оказалось решение. Ну действительно, хорошо идем, плотненько. Соломонова. Что? Бордо и Игорь отдыхает, Бордо и Камрад по одной шутке. Польские ученики на уроках русского языка думают, что «жиши» — это глагол. Еврейские легкоатлеты по привычке стали срезать круги. Стало легче или... Мне кажется, только усугубили ситуацию. Еще по одной? Еще? Или выгнали? Обеи 0-8 победил. Что делать? Еще! Вы скажите. Камрад 0,8. Спасибо. Спасибо. А действительно. Ничего себе. По две шутки, Бордо, есть там еще что-то? Найдем. Шутки. Когда у оптимиста выпили всю бочку вина, он сказал, ну хотя бы осадочек остался. Модный футболист за игру делает только два подката. Игорь. Когда отец уходил из семьи, он оставил сына за главного, поэтому элементы платил сын. Парни прострелили колени при девушке, но он не подал виду, а потом такой, ай-яй-яй. Что? Еще кружок? Кружочек, да? Вокруг тебя лисинка вздыхает поддон. Пусть мама услышит, пусть мама придет, друзьям моим всем пощам надает. И так не должно быть на свете, чтоб сыну любили в туалете. Игорь. Если у людей подмышки, то у мышей под людишки. Спасибо огромное за триатлон, да, идите готовьтесь. Мы сразу подберем какой-то итог за два конкурса. Я не знаю, как у нас математика. У нас считает наполовину ГГУ съедений. Или наполовину не бывает. Это ракета для Кишинева. А, это ракета. Что наполовину ГГУ? Здесь чистокровный, да. Там? Там. За туманами, вечерами глянули Евгений. Мы сбили его, как масло. Ладно, пусть считает, мы после первой команды вернемся и напомним все-таки, какие результаты. Что ж, друзья. Все, не надо ничего. Все, что? Рад ты говорить. Вы так же, как бюджет набрать? Надо за съемку. Итак, друзья, команда КВН «Игорь» 7 баллов ровно, команда КВН «Бордо» 6,5, сборная Гагаузии 6,6, Курсик Кишинев 6 баллов ровно и «Политех» 6,1 балла. Что ж, друзья, у нас остался последний конкурс, музыкальный номер мы его назвали, и напомню на всякий случай, 6 баллов максимум. И я еще хочу напомнить, чтобы где-то все делали пометочки, члены жюри, но в особенности господин Примар, кому уйдет кубок. Потому что сегодня мы разыгрываем Это не обязательно будет победитель, я так понимаю? Нет, конечно. Кого выберут, посчитают нужным вручить кубок, тому Примар и вручит. Да, да. То есть это ваше решение абсолютно. Что ж, друзья, открывает музыкальный номер сборная Гагаузии. Ваши аплодисменты. Чады-чады Лунга нас встречает, мы представляем южный край. Пусть прочь уйдет за лесунга, чады-чады Лунга. Знакомая песня, а между прочим ее не последний человек в Чадабунге подобрал. И кто же это? Анатолий!
самолета. Нет. Там можно увидеть слово «сос», выложенное из овец. Слово «сос» из древнего русского означает «счастье». Ты чего на сцену вышла с пустыми руками? Я взяла только самое необходимое. Дина, это кто? Это мальчик, а сегодня может стать мужчиной. Ты чего, ему уже лет 13. Да все нормально, я не суеверная. Вот его паспорт. Так, а ну собрались. Это музыкальный конкурс. Дина, он умеет петь? Нет. Тогда пусть уходит. Я свистну тебе могу. Раз он не умеет петь, ты пой. Кто ты пой? Это я, ты пой. Это ты пой, понял? О, песня коротко о том, с кем мне приходится играть в одной команде. Сломанное ухо интеллекта нет с рождения, а рядышком стоящая страдает ожирением. Классная песня. Давай пять. Опять за свою историю померуешь. Ребята, если вы хотите победить, сегодня нам подхалимство не помешает. Есть такая песня? Мне нравится, так нравится, когда Ирина Влад мне улыбается. Чтобы выиграть, нам нужен кэш. Может, трэш? Я знаю, о чем я говорю. Ты же говорил, что ты не помнишь пароль от карточки. Я вспомнил пароль, я ввел и подтвердил, но деньги я не снял. Потому что дебил. Алла, ты куда это? Выступление еще не закончено. Я тут подумала и поняла, что с такими, как вы, нам не выиграть. Фас. Песня о таких вот чиках. Она хотела бы жить на Манхэттене, но в Линелло ходила с пакетами. Хорошо, ребята. Только нам нужно поставить жирную точку. Для этого нам нужны взрослые геополитические шутки. Есть такая песня. Умнее сны не представляю, как с гагаузами трудно бывает. Они говорят, и Саратия наша. А мы его отвечаем. Ваше место у параши. И в конце. Можно я скажу? Да, без проблем. Чеверлунга. По старой гагаузской традиции хотелось бы поднять за вас тост. Дина, ты неисправима. А для вас выступала команда сборная Гагаузии. Спасибо. Смотри, я тут придумал. Да? Я тут придумал.
придумал. Я предлагаю, чтобы за то, чтобы как выбирать, кому вручать кубок, будет решать вот эта сторона, так будет правильно, а кого добирать дальше, вот эта сторона. Потому что эти люди сидят постоянно в жюри у нас в Кишиневе, и они потом будут судить команду. А эти люди решат, кому дарить кубок. Хотя, возможно, мы будем приглашать этих людей в Кишинев. Почему? Я с радостью. Приедете в Кишинев на игры, кого? А мы вас зовем всегда. Ну что ж, давайте переходим к следующей команде. Да. Команда КВН «Бордо», город Одесса. Встречаем! Итак, Ромео и Джульетта. Джульетта, выйди же ко мне. С руками что твоими? Ромео, думаешь, легко носить с собой балкон? Что ты хотел? Джульетта, я любить тебя буду нежно, как никто никогда не любил. Поцелуем будить небрежно и носить на руках, что есть сил. Спускайся. Не-а. Что значит не-а? То есть значит не «а». По-болгарски вот так. Ну а в целом вот так. Что, не впечатлила серенада и наши прогулки под луной? Ой, серенада, прогулки под луной. Ты, Ромео, старомодный? Я старомодный? Да я тинейджер, вот тебе крест. А что там, вот тебе пейджер. Тоже мне мажор. Напялил на руки подкаты. Ладно, ладно. Не нравится серенада, вот другая, современнее. Ты так красивая, перестаю дышать. Ромео, хватит врать. Я знаю, что ты перестаешь дышать не из-за моей природной красоты, а из-за своей природной астмы. И вообще, эта песня не нравится моему брату, а если он ее услышит, то... Это что, он стреляет? Господи, Ромео, кто стреляет? Средневековье! Это банка с огурцами. Не забывай, я на балконе. Очень Мэй. Мэй? Джульетта, а ты точно из Вероны? Конечно, Мэй. Ну как я из Вероны? Из Кангаса. Ну ты же знаешь. Кангас, Кангас. Это же гагаузская Верона. Я слышал, что Кангас — это гагаузский Рио-де-Жанейро. Ну, понимаешь, в Гагаузии меньше городов, чем в мире известных городов. Поэтому Кангас — Верона, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк — частично сильный, да? Но это все не важно. Спускайся же скорее. Ну, наши отношения — это не серьезно. На что мы будем жить? А я работаю, да. Вожу кареты бэушные с Европы. На европейских лошадях. Джульетта, солнышко, рыбка в этих самолете. Привет. Виталик, ты пришел? Кто это такой и почему его речь столь странна? Ну, понимаешь, Ромео, это Альфа-Ромео. Да, и мне так можно. Ребята, мне кажется, меня зовут. Да-да. Что? Нет! Да никогда! Джульетта, что это было? Ну, три раза предложили выйти замуж, и один раз предложил мне у них. То есть ты там сказала нет, что здесь ему ответить да, я правильно понял? Ну, ребята, я не могу выбрать между вами. Подними глаза в рождественское небо, опусти глаза в бетонный белый пол, прямо посмотри, сидят там гагаузы, видишь, как легко помыкать тобой, так что будь
моей женой. Что это такое? Малая, ну закрой глаза. Темно, как и моя жизнь без себя. Слушай, Джульетта, а ты знаешь, что твое тело состоит на 80% из воды? И что? Я хочу пить. Убери руку! Другую! Так, я все поняла! Я все поняла, что тебе от меня нужно? У нее еще и зрение отличное. Ах так, негодяй, мерзавец, все, дуэль, стреляемся, выбирай оружие. О, подожди, подожди, а ты что, стволы? Мы же так поубиваем друг друга. Ну не знаю, может они хотя бы газовые? Газовые, конечно, нет, я из Украины. Черт, давай тогда решим наши проблемы рыбчинами. Привет, любимая Джульетта, вещаю тебе из Веронского гетто. На словах у него все четко, а на деле он носит колготки. Тебя не любит вся его семья, выбирай любого. Главное, что это буду я. Ромео, что же ты скажешь? Джульетта, я не буду читать рэп, я же не Дэвид. Ромео, ты умный! Они так все... Вы знаете, в нашем номере девушка выбрала ум, честь, отвагу. Слышишь, кабулетти? У меня есть кабулетти. Поехали в город. Виталик. Но жизнь не жизнь. С вами был Лобода. Спасибо за внимание. Команда КВН Бордо. Город Одесса. Кабулетти. Что ж, продолжаем, движемся дальше, собственно, кишиневскими силами. Конечно, да. Да. Команда КВН в курсе. Ваша Кишинев встречает, друзья. Музыкальный номер, да? Вот мы вообще петь не умеем. Серьезно? Да, у нас умеет петь только Лизонька. Поэтому, Лизонька, отдувайся, мы пока покурим. Вообще-то курение вредит вашему здоровью. Слава Богу. Когда любишь полненьких. Когда захотелось подраться. Для тех, кто намолчали очень давно. Продолжаем. Рената Усатый. Вообще-то это танец. Да ладно, не танцуй. Стой, что делать будем? Пойдем кофе выпьем. О, я из Бордо. Пацаны, а кто сейчас выступает? Мы. И что, как? Не знаю, иди сам посмотри. И что, как там? Ну, ваша танцует, а в зале улыбается. Толя, по микрофону точно выключи? Да вроде да. О, ГГУЗ, у вас уже банкет. Толя, слушай, сходи, пожалуйста, в магазин, нам тоже надо что-то скинуться. Я Булей. Ну, ребята, сюда, от вашего стола к нашему. Слушайте, пацаны, да где снова миниатюру покажем, которую нам организаторы не разрешили показывать? Короче, представьте, Хогвартс в Молдове. Открываем учебники. Не буду я учить историю Румы. Ха-ха-ха.
Устала, пойду переоденусь, а пока представьте эротический сон программиста. Вообще-то нам пора выходить на поклон. Итак, в нашем музыкальном номере участвовали Ярик из сборной Бордо. Ребята, которые смеялись вырезанной миниатюры. Они же гагаузы, как без них? Мы все друг друга. А также команда «Конфуз». Женя. Толя. И под Лизонька. Спасибо. Команда «Квен» в курсе. Вот такой юмор бывает. Он разный, все нормально. Привет. Почему ты опять побежал вперед? Почему ты бежал за ней? Ты знаешь, это как вот с безвизом. Вы ломанулись вперед, а безвиз по первым дали нам. Так себе, на самом деле. Вкусно. Я пока не пользовался, я не знаю. Хорошо. Что ж, друзья, осталось всего два музыкальных номера. Продолжаем. Тоже, ребята, готовьтесь. Вот такой вот коллективчик. Команда КВН «Игорь». Город Одесса. Вас беспокоит компания Orange. Выберите, пожалуйста, язык. Русский, украинский, молдавский, говяжий, свиной. Давайте русский. Крым наш. Давайте украинский. Крым наш. Давайте молдавский. Я его не знаю. Давайте на русском. У вас как бы еще один конкурс. Обалдеть! Orange знает, а команда знала, да? Ничего я не знала.
А что ты тогда в мужских штанах вышла? Это унисекс. А, секс. Было. Что у вас там было? В смысле? У нас куча девок. У меня вчера вот такая девка была. Была у него вчера такая девка. Ребята, у нас музыкальный номер. Здесь петь нужно. Куча девок. Когда приехали в Чендерлунгу, кто нас испил? Куча девок. Жюри, если не поставят максимум за этот конкурс, то не будет. Куча девок. Дорога из Одессы в Чендерлунгу. Просто куча. Один из президентов Украины. Просто куча. Извините, как бы, я скажу, что все хорошо. Алло. Здравствуйте. Оцените работу нашего оператора по пятибалльной шкале. Девушка ноль. Ваш оператор никто. И звать его никак. Ноль, девушка. Ноль – это ваше выступление. А наш оператор – цорка, умничка и просто фея. Если что, это мы маты запикали. А сейчас я уже кладу трубку. Дядя, а что там на нас все срывается? Что это за сервис такой? Слышишь, оно ты, оно бинокль. А что это ведущие там рядом делают вдвоем? Стоят такие, знаете, за кулисами, кто? Хо-хо-хо, Никита, Никита! Здорово, мы этих украинцев обманули, не сказали, что еще нет конкурс! Вова, ты как бы тоже украинец! Ха, кто наливает и дает денежку, с ними дружу! Вы хотите сюда, бесстыдники? Блин, нас полили! Сейчас мы вас двоих будем пристыжать. Танюша, включи сюда на фон для этих сплетников. Вот, а вы там финалисты высшей лиги КВН, да? 1+1, Лига смеха, да? Протрите столик, пожалуйста. Никита, вы директор лиги, как бы, да? Столько на шутере, чтобы он не ушел. А мы пока в магазин отнемся. Я не знаю. Больше мы хотим поздравить публику с вами. Вы нам водочки налейте, мы домой летим.
большие города. Они сумасшедшие. Это была команда КВН «Игорь», город Одесса. Это напиток детства. Вкус детства, рукава. Как бы это совсем звучало? Да, очень плохо звучит. Мне кажется, так я еще не вел ни одно мероприятие. Вот так. Это и рок-пол перепланирован. Ваша, 23. Ну, 19-го года, нормально. Ну что, друзья, осталось крайнее выступление, музыкальный номер. Давайте вот сейчас не жалеть ладоши, хлопать. Сборная политека, город Питер, приезжай. Добрый вечер, друзья. Давайте немного попытаемся пофантазировать. Для каждого мужчины, погружаемся в атмосферу, для каждого мужчины после 30 лет обязательно должно быть место, где он может побыть наедине с собой, послушать любимую музыку, поговорить с друзьями о политике, обсудить последние новости. И нашей команде кажется, что это место называется гараж. Сложное в гараже туда отпроситься. Каюшка, солнышко мое, да я скоро приду, да не переживайте за меня. Да не пищи на меня, Галь, Галюшка. Галь, извини, но мне надо мешать. Дела, пойми, дела. Галя, ты не видела нарды, которые ты с Воркуты из тюрьмы привезла? А, забрал. Ребята, нарды есть. Вчера ты с Наташей ходила, тусила. Ну, а сегодня? Отпусти к Максиму, посидим, потусим там чай с бергамотом. Макс опросился! Мужики! Канал дел! Садится! Уважаемые дамы и господа, Чедерлунское время 20:00, и мы рады вас приветствовать на финале весенней серии игр элитарного клуба «Что? Где? Гараж?». И сегодня против бочки вина играют обладатель трели «Макита», магистр гаечного ключа «Эльдар Подошел». Двукратный обладатель кашля этой зимой. Охранник кондиционеров Максим Надула. Трижды козел по версии жены. Победитель конкурса «Папа, где алименты 2016, 17 и 18, педиатр Александр Иванович. Господин Непьющий. Да, господин подошел. Господин Непьющий, педиатр не подошел. Хорошо, господин подошел. И обладатель хрустального
первый вопрос. Господин Михайлович. Да, господин Ильющий. Кто ответственный? Ответственный Паташов. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Аурика из Бельского района интересовалась у врача, теперь интересуется у знатоков. Что на груди у ее мужа? Коля, что у него там на груди? Я извиняюсь, мы берем помощь круга. Пришел из зрительного зала от зрителя, который пожелал остаться неизвестным. Итак, вопрос музыкальный. Соберитесь. Зритель спрашивает, о ком эта песня? У нас запрошенный ответ. Это же Анатолий Афанасьев. Господин подошел, объясните. Ну, он лучший парень во дворе, в городе. Да посмотри, какой у него огромный гараж. Это столько людей сюда пришло. У него настолько прекрасный огромный гараж, он хочет здесь даже кубок мэра провести. И это сразу 3 очка в пользу знатоков. И Анатолий Афанасьевич хочет подарить этот музыкальный подарок для всех зрителей в зале. А поверьте, он может себе это позволить. Специально для вас. А-а-а! Друзья, извините, это Федя Меркурий, наш местный попрошайка. Красивый парень, красавчик. Подготовился? Извиняйте за внешний вид. Он всегда в этом ходит. Теперь вы знаете слова нового гимна города. Город, на котором не знают Лондон и Бенгустари. Готовьтесь просто привести город мэра. Здесь у собак, здесь у самых музыкальных, что? Ну, я не знаю, что там пахнет. Что ж, друзья, давайте взорвемся аплодисментами, потому что с огромным удовольствием приглашаем все команды.
очень даже хорошее настроение. Что ж, давайте, я предлагаю сначала... Поговорить? Ну да, несколько слов и перейдем плавно к вручению кубку примара Чёдора Мунизуке Чёдорову. Мне кажется, это будет правильным, наверное. Чуть-чуть несколько слов о игре и по очереди, или как удобно, предлагаю. То есть с Ивана начать себе и примар закончит и вручит кубок. Работа. Иван Сама, ваши аплодисменты. Единственное, что мы, точнее, что у нас у Чёдорова не могут забрать, это наше гостеприимство. Меня переполняют эмоции, и я попрошу тех людей, ради которых мы все это делаем, наших любимых зрителей, я просто попрошу от всей души, поаплодируйте им всем стоя. За доставленное удовольствие. Это должно стать традицией. И конкурс должен быть ежегодным. Спасибо всем. Мы только ждали. Спасибо. Давайте пропустим господина Примара. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые горожане, уважаемые участники сегодняшнего фестиваля, к нам вернулся КВН. Я уверен, что он вернулся уже на постоянной основе, и у нас будет, конечно же, ежегодно проводиться. И мы, Примария, муниципальный совет, наш дворец культуры и лично Иван Стамов, и вы, конечно, горожане, будем, конечно, ждать этого очередного дня с большим нетерпением. Правда? Я скажу от себя, но я уверен, что вы меня поддержите, что сегодня все мы получили массу положительных эмоций, смеха, потому как мы болели, как мы хлопали, как мы поддерживали всех участников, я уверен, что им от этого становилось легче, и они с большим вдохновением выходили на нашу сцену и демонстрировали то мастерство, которое, я уверен, что вы со мной согласитесь, у них на самом высоком уровне. Конечно же, мы будем поддерживать проведение не только КВН, и других мероприятий у нас, в нашем Дворце культуры. Если надо, мы в Кишинев поедем. Правда поедем? Кстати, мы вас уже пригласили, так что уже все. Слово обратно не возьмем. Поэтому ждем приглашения на конкретную дату.
верите, как вам еще, да? Хорошо. Плохие, хорошие, но мы же наши соседи. С удовольствием, честно. Вовка, привет. Особенно нам понравился, конечно же, музыкальный конкурс и команда города Виндерпольтек. Наше мнение со мнением зала совпало, поэтому я хочу от имени всех нас вручить кубок команде Политех города Бендер. Большое огромное спасибо организаторам, конечно же, Лиге КВН Молдова, всем командам, которые сегодня выступали на данной сцене, Примарии, муниципальному совету, лично Ивану Станову, который непосредственно при его большом-большом наборе получил данный КВН вернуть на город. Отдельно спасибо нашим ведущим, конечно. Без них юмора, конечно, мы были бы Спасибо. Спасибо. Большое спасибо нашему жюри, у которого мы, я лично сегодня учился, иногда даже подглядывал. Вам большое спасибо за ваш талант, умение. И спасибо всем горожанам, которые этот вечер были с нами. Пришли на наше мероприятие, мы рады, мы, конечно же, будем работать ради вас, организовывать мероприятие, потому что тот, который хорошо отдыхает, тот потом хорошо и работает. Спасибо. Давайте еще раз поздравим Владимира мэра. Слово тебе. Добрый вечер еще раз. Во-первых, по традиции, спасибо большое залу. Без вас не бывает ни КВН, ни концерта, ни даже. Огромное спасибо за то, что приходите. Я понимаю, суббота, перед праздниками, всем были заняты. Большое вам спасибо. Огромное спасибо командам. Очень приятно видеть новые лица. Во всех случаях удачно. То есть, прямо вот спасибо большое. Приятно удивили, правда, спасибо. Сам сказал, что это микрофон его, его микрофон на свадьбе у Фуни, все знают. Получился хороший вечер, мне в этом зале достаточно уютно и комфортно, то есть я здесь и играл, и сидел в жюри, и заслуживали, и побеждали, и так далее, и так далее. И я только еще, я сейчас не буду даже про игру, я только еще хочу сказать, есть КВН, это показывается для того, чтобы вы понимали, что это, в общем, не сложно. Играйте КВН, делайте команду. То есть Чадырловка, в принципе, не проигрывала в чемпионате Молдовы никогда. Вы можете попробовать еще раз. Спасибо большое. Слово. Пока слово передается дальше, на самом деле, только что заметил, я хочу сказать, что на самом деле может гордиться Чадырловка и вообще, наверное, Гагаузия в большинстве, что народные избранники с парламента, один приезжает в жюри, а второй сидит в зале. Господин Гагаузия, очень рад вас сегодня приветствовать. Только заметил. Рад, что вы заслужили на жюри. Андрей Коваленко, вам слово в сегодняшней игре. С Кишинева ехал, между прочим, тоже человек сюда. Знаете, и совсем не пожалел, что приехал. Буду краток. И командам огромное спасибо за игру. Еще раз убедился в гостеприимности ГГУЗов. Владимир Анатольевич Красалко, вам слово, председатель жюри, несколько слов по игре. И, в общем, в принципе, там... Скажите, что, как, где. Перед оценками ничего не надо, вы все должны же поднять. Пятилетку за три года. Ну, прошу, все. Честно руку поднимать. Прошу. Спасибо большое. Первый сезон, когда мы выехали за Кишинев,
я думаю, наверное, будем продолжать и в следующем году. Вот, культурная столица Четырёхи. А Четырёхи от Кронтала в плане культурной столицы, потому что в Камрате ремонт ДК. Хвали привет. Дальше. Сегодня хорошо выступили многие команды. Ну, гагаузы начали замечательно, а закончили как в прошлом сезоне. Вот Крумыч говорил, центровка не хватало у них в постфликтуме, в их команде. Та же самая проблема Льюс Тёпа сегодня. Он ближе к Никите туда бежал. Не надо, Лена, тихонечко. Все нормально. Одесситы молодцы. Нужно будет немножко убрать помощь интернета у двух команд. Они сами знают о чем. Да, и вот я себе записал в важный момент. А, гагаузы. Вы самая сексуальная команда, но сказать нельзя. Много. Хорошего должно быть меньше. Ну, а в целом игра получилась хорошая. Я думаю, что и 1/4 финала будет еще лучше. Те, у кого есть желание, приезжайте в Сисенёк 5 мая. 5 и 26 мая, как говорили, ждем всех, приглашения не отменяли, ждем вас, радостью будем видеть. Давай, спасибо вам за... Да, переходим, собственно, вот к драматичному моменту. В порядке выступлений, друзья, открывали музыкальный номер. Мы готовы? Да, все. Открывали сборная Гагаузии. 6 максимум 6. Да, помню. Так, что там происходит? И 5-5-5-5-4-4. Спасибо. Следующая была команда КВН в курсе. Ой, нет, Бордо. Бордо, простите, Бордо. И 5-5-5-5-5-6. Да, а, 5. Да, 5, все судьи 5 баллов. Все, простите, да, 5 баллов. Дальше была команда КВН в курсе. 4-4-4-5-5-4. Спасибо. Четвертыми была команда КВН Игорь. Сборная Игорь. Одесса. Все шестерки. Молодцы. Ну и обладатели кубка, да, можно так говорить. Сборная политеха, венгеры. 6-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 6
Евгений, я просто скажу, сцена хорошая. Да, друзья, огромное, я тоже хочу сказать. Вот все, кто сегодня пришел, не пожалели? Нет! Отлично. Значит, будем продолжать и обязательно делать это каждый год. А может, когда-нибудь даже... Если сейчас еще раз нас позовут в Чудо-Луку, то будем делать каждый год. Я с удовольствием, потому что у меня уже 5-литровый сувенир. Я боюсь, что сегодня будет на автопате. Я хочу тебе сказать, извини, что я тебя перебил, а я могу тебя перебивать. Это я сказал еще раньше. Я хочу сказать, что вы, как жители Чудо-Луки, должны сейчас похлопать и сказать свое спасибо своими ладонями как минимум двум людям, благодаря которым КВН сегодня состоялся именно здесь. Это вашему примару и Ивану Стамову. Спасибо за все, за эти замечательные 2 недели общения, как минимум каждый день. Это было супер. Чудо-Луки, мы увидимся с вами еще вечером. Дай Бог, чтобы приехать к Амрань. Там у них просто караоке. Да? Ну так, мы просто проверяли вчера, как там. Тестировали аппаратуру. У самого микрофона лучше, это реклама. Дай ему. Ты попал в точку, это мой личный микрофон. Храни его на письменном столе. Как ты держишь? Во! Во! Это лично!
уважаемые дамы и господа. Евгений, считаем. Мы считаем, что сегодня... Дальше... Два слова, конечно. Два слова, друзья. Жень, два слова. Засекайте. Сейчас объявим. Получилось так, что в 2012 году Владимиру Борисову и Игорю Ласточкину, пусть ему чихнется, давайте поаплодируем. Для миниатюры, как Игорь и Лена собираются на курорт, потребовалась 5-литровая емкость с темной жидкостью. Вы же знаете, что у нас других темных жидкостей не бывает. Поэтому мы в оперативном порядке в течение 12 минут мы засекли, достали 5 литров красного вина. Собираем. Полную подзарядочку. После того, как выступили 7 впереди идущих команд, на сцену вышли наши гости из Днепропетровска. Когда они открыли свой саквояж, 5-литровка была наполовину пуста. Я спросил, что это? Это говорит, для того, чтобы видно было, что оно болтается. Я надеюсь, что вам понравилось. Нам очень понравилось. Друзья, действительно, вот прогрессивство, это прям точно. Личный микрофон. Пошли истории, я вам расскажу, что я в 2008 или 2009 году играл здесь тоже на этой сцене в КВН. Я еще играл в КВН. И я могу запомнить, было холодно, и каждый раз, когда мы забегали за кулисы, стали ребята и говорили, может, вина? Прям, у нас выступление. Так давай, согрейтесь, и на сцену. Все после игры. Друзья, у нас есть результаты. Давайте начнем с снизу вверх. Сегодня у нас 5-е место в сцене. В личный микрофон, говорю. Самый лучший, самый любимый. Чистый так. Внутри. 5-е место с результатом 10,3 балла занимает команда КВН в курсе, город Кишинев. Спасибо. На 4-м месте команда КВН, да, ну и понятно, с результатом 11,2 балла занимает команда КВН сборная Гагаузии, город Самара. И тройки лидеров. Третье место, и, соответственно, напрямую проходит дальше в 1/4 финал Лиги КВН Молдовы. Команда КВН «Бордо», город Одесса, 1,5. Второе место и напрямую проход в 1/4 финала. Команда КВН «Сборная Политех», 1,7. И победитель сегодняшней игры команда КВН «Игорь». Максимальный балл. И, собственно, теперь еще о приятном слово. У нас, я напомню, у нас сейчас уже играют напрямую в прошлой игре в Бельцах. У нас вышли 3 команды. Это команда КВН «Внуки Сталина», город Кишинев. Команда КВН «Рыжие Синички», город Рыбница. И команда КВН «Инфламабел», город Кишинев. И за бортом осталась сборная «Севера» из Бельц. И гуманитарная сборная «Гагарин», город Тираж. Просто интересно, когда рядом звучит «Внуки Сталина» и «Рыжие Синички». А гуманитарная «Гагарин» тебя не смущает. Это надо. Скоро советы соберутся. Да. Друзья, мы, я напомню, мы можем набрать, с вашего позволения, еще 2 команды вот, в стадию 1/4. Как хотите, с одной игры двоих, с 2 игр по одной, как душе угодно. Решаете вы втроем, так как присутствующие на обоих играх. Ну, только не всех подряд. Да. Ну, тут Валентину с 3 ряда брать не надо. Первая женщина, пирожки. Непростая эта задача, понятно. Мы готовы. Готовы. Ну, прошу. Да. По итогам бельской игры добираем Гагарин. Гуманитарная сборная Гагарин Тираса также проходит в 1/4 финала. Отлично. А по-моему... А, нет, о них нету. Есть Рыбинский. Я, на самом деле, хочу, пока вы не сказали про вторую, сегодня на игре присутствуют ребята, которые приехали специально к нам из Рыбницы на игру. Это ребята... Рыжие Синички, спасибо вам за крутые. Зрители приехали в Петербургу посмотреть игру.
И вторых кого? Фрумыч. О, у него боится. Великомученик. Ну? Мы второй раз, наверное, сделаем так, с общим коллегиальным решением. Мы проведем в 1/4 сборную Гагаузии, но надо понимать, что это большой аванс. В прошлом году после забора у вас немножко не получилось. Я думаю, что они будут стараться. Я думаю, что придется стараться. Ну что ж, друзья, подождите. У нас команда, которая сегодня не доехала, мы сожалеем, что так получилось. Да, это команда из Кабула, да, к сожалению. Да. Теперь беру мы можем, если они захотят, мы им предложим как гости игры. Я бы говорил о том, что надо хотя бы как гостей пригласить, то есть люди, человек попал в больницу, поэтому не смогли выступить. Да. Мы предоставим возможность, но с вашего позволения на правах директора лиги я даже тут разрешение ни у кого спрашивать не буду, я набираю в 1/4 еще в курс. Новый курс. Нормально? Хорошая. И ну, второй. Хорошая игра. Второй, ну давай. Все согласны? Согласны? Берем. И Кагу тоже берем аванс. А может быть... Не, ну давайте так, это... А? Не, я шучу. Мы все по-честному, добрали одну команду. Ребята сыграют, если захотят, на правах гостей. Мы предоставим возможность. Всегда только рады, но, к сожалению, вне конкурса. Все команды, которые были озвучены. И еще раз, все четвертьфиналисты. Это команда КВН «Внуки Сталина», город Кишинев. Команда КВН «Рыжие Синички», город Рыбница. Команда КВН «Импломабил», Кишинев. Уже команда КВН «Гуманитарная сборная Гагарина», Тирасов. Команда КВН «Игорь», город Одесса. Команда КВН «Сборная Политека», город Петер. Команда КВН, соответственно, «Бордо», Одесса. Команда КВН «Сборная Гагаузии». И команда КВН «Курси», город Кишинев. 5 и 26 мая рады всех приветствовать на наших играх. С удовольствием будем вам рады. Друзья, просто хотел сказать спасибо, что пришли на КВН. Все это ради вас. Спасибо, друзья, вы лучшие.